Я уже в предвкушении какого-то прикольного контента. Слышь, смотри, что могу. Спасибо. Он там. Ухбокеп. Ухбокеп. Огар, ты слишком далеко заходишь. Докидай руптуру. Кинул. Найс! Раз. Два. Антоха, иду. Оп. Инвокера покатали. Я откидываю ее так. Дай пройти. Улетела. Красиво. О, Рики задавил. Боже. Сентри есть? Ударил. 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 Просто сдох. Всем привет, друзья! Перед просмотром данного видео пожелаю вам приятного просмотра, потому что это реально годный и интересный контент, который, в принципе, мало где вы могли увидеть. Обязательно поставьте лайк, если вам понравится данное видео, и подпишитесь на мой канал, который вы, в принципе, так цените, и вам большое спасибо за то, что уделяете небольшое количество времени на то, чтобы посмотреть прикольный контент. Ребят, во второй катке, сорян, немного налажался звуком, но суть ролика, в принципе, не должна поменяться, поэтому не душите в комментариях, но все равно, сорян, извиняюсь еще раз, потому что немного налажался звуком, но надеюсь, вы поймете. Ребят, всем приятного просмотра и поехали. Блин, как я так не люблю видосы начинать, потому что это всегда, знаешь, как-то это, ну... Как-то не подготовка так, какая-то, знаешь. Да, это знаешь. Это... Как видосы начинать, я не знаю. Здорово, друзья. Сегодня мы будем приколюху для вас снимать. Сегодня мы с кем? С Антонием. Антоний. Ребят, в общем, решил поприкалываться с Антохой. Вспомним старую страту, но возьмем ее немного улучшим через тускарчика. И, соответственно, будет у нас второй персонаж Сикер. Сначала соберем по форстафу. Будем, короче... Вот так вот будем делать, it is done. И, соответственно, будем через форс на раптуре катать и посмотрим. Надеюсь, это будет просто очень мана ржачно. Ребят, приятного всем просмотра. Не забывайте подписываться на канал, если вам нравится какой-то фан. И обязательно ставьте лайк, потому что Антоний не пойдет на нижнюю линию. Согласен. Согласен. Все. Так, что я тогда куда пойду? Да, куда хочешь. Так, где можно побыстрее нафармить фурстав. Я в мидлейн пойду тогда. Или нет. Можно, в принципе, я могу зароумить. Вообще сугубо. Чисто мое мнение, я могу зароумить. У меня просто это, подписка. Подписка. Подписки нет. Сосиски нет. Прописки нет. Прописки нет. Слышь, но тебе и фурстав нужен, и агоним. Да. Так что фарма немало. Нормально. Вямит! Вот это всегда прикал. Вямит! Ой, боже, ладно, ничего страшного. Поехали. Сейчас разыграемся и покажем им, где раки зимуют. Кстати, скоро зима. Блин, у меня опять бинды не работают. Администрация Айка, поздравствуйте. Хочу обратиться к вам с серьезным заявлением. Ваши бинды на Айкапе после того, как вышло последнее обновление, перестали работать. Пожалуйста, почините это. Спасибо. У тебя не надо постоянно перезаходить? Не-а. Странно. Не знаю, чего у тебя там. А бинды каждый раз после того, как закрываешь Warcraft, бинды слетают. Слушай, ну у меня низ 2 хард керри. Ты такое не пиши. Я тебе серьезно говорю. Это очень плохие слова. Это ты, у тебя на Ctrl-V стоит, да? Ягами ТВ стоит на Ctrl-V. Я просто видосик с Ягами писал. У меня это стоит как необходимая команда на F4. А у меня такая. На F4 у меня это стоит. Понимаю. Ладно, поехали. Пофанились немного. Слушай, мне там в комментариях запарили писать: сыграй против Триборга. Прикидываешь, что говорят. Выложит те две игры, которые мы... А, ты не записывал? Не, я ж не записываю обычно. Я там что уже? Меня уже узнают? А ты что материшься? Ой, простите. Жестик. Разогнался. Я иногда теряю вот эту нить. Ну, короче, слушай, апну второй левел и ушел в роум, потому что, типа... Чель бидан.
Тут два жирных. С тобой тут вряд ли передамажим. Я на миту иду инвокера пинать. Смотри, щит три, что делает. Триггер у него хороший. Блин, мне так нравится, что когда крипа добиваешь, только хп восстанавливаешь сразу на первых левелах. Да. Я могу, по сути, нас вообще лайне поддерживать фуловыми. Да. Пока уголь насчет игнайтом скидывать. Только сказал про игнайт. Сразу игнайт такой. Закидывается. Хорошо. Второй левел. Сейчас 30 секунд и я ушел. Олега лес пошел, слышишь? Ну ты, короче, one by one тут остаешься. Смотри, у него лоу хп. Гоу, закинусь. О, изи. Понял, как надо? Черт. Почему я подумал, что он туда пойдет? Нормально, нормально. О, сладенький. Отлично. Отлично. Хорошо сыграно, да? Только... Не ответил своей F4. F4 даже. Это как это... Вчера видосик мне какой-то на стриме закинули. И там, короче... Этот... какой-то видос там что-то... Волнуется по-казахски. Что-то там такой перевод, знаешь, там что-то там психует. Что-то такое было. Я угарнул, честно. Ну, не смешно, я знаю, но все равно. Понимаю. Shall be done. Shall be done. Не знаю, я так в наглую вышел. Прогуляюсь. На ботом линии гангать некого. Че там, легион наглеет, да? Да. Классный персонаж, да? Мне нравится очень. Лина запарила, всю ману слила. Ты, блин, а как мы атаковать будем? Без маны стоит чел. Там изи, инвокер это изи, я не знаю. Значит, всю ману просто слил себе. Где мана твоя? Я в ганг пришел, алло. Он стоит просто спамит, ему просто пофиг. Он стоит спамит эти. Боже, ну я понял. Иду к тебе, короче. Почуть, почуть. И он опять шел куда-то. Да, он в лесу, наверное, стоит. Ну тебя проапаем чуть-чуть сейчас. Очень много крипев. Хорошо. Я просто на экспе тут стою. Да, Лина, если б Лина соображающая была, мы бы сейчас инвокера повели. Он дебил, он спамит на фул ману. Просто на фул ману в спам уходит. Я, блин, пришел как бы, ну, закатиться, там все кнопки понажимать. Этот дурачок без маны стоит. Чтоб ты понимал. Блин, вот как? Как гангануть? Лина, ману, пожалуйста, не сливай. Пожалуйста, я тебя умоляю. Давай убьем. Сейчас ночь, самое время для гангов. У меня пассивка заработала. Кто-то светится. Станом попал даже. Отлично. Молодец. ЦЦ бара. ЦЦ бара. ЦЦ бара. Понимаю. На Тускара надо бы гайд написать. Большинство ребят не знает, как на нем плавить. Очень простенький и метовый, кстати, это персонаж на этой карте. У него большие колдауны на скиллы, но почему-то так жестко овнишь, что я просто не знаться. Короче, я к тебе иду. Сейчас закачимся. У тебя там с фармом нормально, нормально, да. Локать надо так. Нормалин, нормалин. А ты в теме. Ну что, Огр. Здравствуйте, товарищ Огр. Поехали. Ну, это твой фраг. Смотри, там тебя тошер бьет. Ты, он не переагрится, держи в курсе. Сучка. Ладно. Тоши. Но сад страйк. Да что там, мне кажется, ты много танковал. Я, кстати, не знаю.
Я не знаю, почему иногда он не переагривается. А потому что после убийства под тавером он не переагривается. Я вот такую закономерность заметил. Да, ну. Да. Он никогда так не переагрится. Так, что это за легионские тут дуэли пришли? Я сейчас приду. Структурой. Отстань от меня. Ну, легион задрот какой-то, сильно играет. Погоди, погоди, я иду, убьем его. Да, изи, изи. Оп. Пусть побежал он. Ти-ти-ти-бери-бери-ти-бери-ири. У него легион, это дуэлька есть. О, спасибо. Ти-ти-бери-т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 и-
О, кстати, мне бы немного Blood Rage твоего. Да. У меня КД пока. ГТшку немножко поломаем. Возьми, хилься. Оу, thank you. From the... с пылом просто. From the bottom of my souls. Сейчас тебе еще раз дам. Give me your blood rage. Эй, бьет, он сам, он сам, я не виноват. Эй, я не могу ласт хитить, короче. Слушай, что там за овныч? Это что? Инвокери? Слушай, мне шестой надо. Шестой надо. О, придется подсаппортить немножко. Слабая Лина просто. Я говорил, на мид пойду. Если б я на мид пошел, я бы инвокера убивал бы. Там изикатка. Что у него сапог? Что, боятся сапога его? Сапогом по лицу. Прилетит еще, да? Чего-то нету их никого на карте. А, да, а, да. Тавр запушил. Хорош. Фан-катка перерастет не в фан. Но мы будем страта этой душить. Да, мы в любом случае именно так будем играть. Планировали. Клонировали. Меня клонировали. Клонировали, клонировали, да не, да не выклонировали, ворвали. At a roo просто. А чё все вниз? Годнис. Я на миду, я, да, я... парнями сейчас. О, там 4, там 4, гоу, я бегу. Я успею, брат. Я успею. Я еще монетку успею подобрать здесь. Я иду. Иду. Сейчас мы им устроим козу на вазу. In my fucking room. In my fucking room. Опа, там барочка бегает. Все стоят так пассивно, смотрят друг на друга. Да-да-да. Вот есть, вот этот перчик. Ну, слушай, ну я стенку прогулял. Я думал, баратрума стенкой добью, а там закачусь. Сорян. У меня есть стенка. Давай, закрывай. Сейчас nice. Будет лед этот. Я вот так вот сделаю. Вот этот. Найс. Найс, найс. Найс, найс, как Кэсси говорят. Спасибо, Зуэль. Но пришлось мангус садить. Сзади кто-то. Сзади инвокер. Санстрайкер. Санструцкер. Ой-ой-ой, я его сейчас просвечу, просвечу, просвечу. Первый будет, просвечу. Попаду? Эх, не попал. Ну, сорян. На медёр не скидывай на меня. Сорян. Жалко, маны нету, я бы сейчас его панчнул. Панч сделал, вайн там, скетчи. Сделал бы ему. Слушай, нормально заовнили. Просто пятером пришли. Иди сюда, да? О, боже. Человек скинул бы его. Слышь, смотри, что могу. Спасибо. Ладно бы я тебе еще бафнул, вот так. Панчи, скетчи, вайны там сделали. Вот это и был панч, да. Спасибо. Кстати, это и был панч, лол. Валруш. Это что, типа, стеносшибательный, что ли, удар? Варлус панч. Варлус это, так понимаю... А, Валрус? Я неправильно прочитал. Варлус или Валрус, я не знаю. Валрус. Короче, это вот это животное, на котором ты играешь, это и есть Варлус. Да. А Юмир, ну, это панч, какое-то, панч, типа, мифическое... Юмир это его имя просто, просто имя. Это мифическое существо какое-то. Самое огромное в это, там, вот где-то на севере, по истории, что-то такое. Лол? Чё ты там, панч? Ты где? У меня скоро форс. Скоро у меня уже есть почти. Я сейчас на топе подфармлю, и я молодец.
Вот так вот делаем сразу на бесплатную ману. Что ты там кликаешь? Что? Мидер? Я мидер? Я не мидер. Я не мидер. Лол. Это уфбокер? Да, это уфбокер. Уфбокер. Я сейчас дасты куплю. Есть форса. Давай, я его форсовать буду просто. Блин, у меня не хватает на дасты. И курьер так. На базе. У меня тоже есть форс. Хорошо. Дасты есть? Купить? А, сейчас будут. Купи. Блин, 20 голды не хватает. А у меня 40. Рак, помост, скелетон. Смотрите, пир. Так, ну я готов, Антох. Да. Я иду, мид. Давай, я тоже. Рак, помост, скелетон. Руптуру кину, кстати, на винблокера. Я тоже, но подожди, форсы прилетят. Форсы уже тут почти. Кого форсы подбирать? Так, у меня форс есть. Риюзай. Летит, я вижу. Первая страта. Прокати инвокера на форсе. Смотри, риюзают. Да блин. Смотри. Я принимаю челлендж. Так, ну что? На инвокера строго, да? Да. Я не закрыл его. Не закрыл. О, а не закрыл. Жаль, вижена не хватает. Не-не-не, Антох, далеко. Я вообще хотел форсануться просто, чтобы дотянуться не надо. До него. Сейчас все будет. Просто на инвокера раптур кинешь там ГГ. Сейчас вардики принесу, я им баварды поставлю. Так, ну что? Не, прячется. Да, что-то знает. Но он не хочет поставлять, стрики отдавать. Стрики. Так, есть варды, я пойду вард поставлю. Надеюсь, не сдохну. Нет, сдохну. О, монетка. Я на монетку. Он там. Ульбокеп. Ульбокеп. Огр, ты слишком далеко заходишь. Докидай руптуру. Кинул. Давай. Найс! Раз. Два. Антоха, иду. Оп. Инвокера покатали. То ли еще будет. То ли еще будет. Но раптура это первого левела все равно, как бы. Ну, чуть-чуть так, не сильно дамажит, но покатали, ему понравилось. Найс. Голес пройдемся, слышишь? Давай. Слышь, можно вообще хейт-шоу устроить. Просто тупо на инвокера это делать. Хейт-шоу. Хорошо, не скейт. Так. Сейчас тут дефолт поставим. Нет, я под фарме. Под фарме. О, вот, смотри, у нас тут соседние лавки, так сказать. Кидаю. Стан. Ей. Чтобы не вышло. О, я повис. Вижу инвокера. Ты тут? Я повис. У меня интернет-просадка, походу. Все, я тут. Двинулся. А я вижу инвокера. А у меня есть все. Руптура есть? О, у тебя чуть осталось до 11-го. Го, может, доапнешься. О. Хорошо. Чуть осталось, да? А, все, забыс. Но вард стоит, его видно будет в любом случае. Я в аганим выхожу, короче. Килл любого. Так сказаться. О. Он не зашел. Ага, кинул. Хорош. Форсую его. Иду, иду, тоже форсану. Живешь? Нет. Не живешь. Слишком далеко зашли. Но они тут все были. Да. Слишком далеко. Надо вижен расставить. Один вард у нас только. У нас тут видеонаблюдение идет. Уф, что-то сильно загуляли. Ну знаешь, как у Гудвина тоже хейт-шоу есть. Они им пофигу на последствия, они все равно бегут, чтобы убить того, кого они заказали. Ценой пятерых смертей, главное убить его. Ну это прикольно. Как он добил сейчас такой стоит? Ты как добил, я же ультимейт дал! Такой, я не понял. Страшно, вырубай. Так, ладно, гоу. Так, ну что, на ботами у нас он кто? Легион, легиона, килл любого. Блин, а я на мид тпхнулся. Ты на мид? Там инвокер.
Окей, ты предлагаешь тупо инвокера хейтить? Хорошо, все, я тебя услышал. Я бегу. Давай, на... я сейчас кину, пока есть возможность. 17 секунд до форсы. Я форсы занул. 13. Не, уже не успею никак форсануть. Ладно, походу я сам это сделаю. Да. Пойдет. О, блин, это на форс это вообще не то чтобы фановая какая-то тема, это реально вот сильная штука на бейсе. Меня убивают, и... Мага. Но ты что-то походу дохнешь. Хилку даю тебе. Дживу? Вон, дурочка. Блин, ну рептура так быстро кдешится. 60 секунд, минута, это очень маленький кд. Но раньше она была круче. Когда давала PR damage, по-моему, там сколько, 300, да? Да, я бы даже сказал, что это было очень сильно. А потом еще и периодичка. Но она, правда, меньше шла, но все равно. Инвока. Но тут они есть не одни. Есть структура. Сейчас будет снова на него. Давай. Кидаю. Я его форсану. Я в дуэли. Давай сам, да. Ты умер? Да. Я его в этом, в накате форсанул. Смотри, там на минуту. Смотри, какие там хпшки. Я иду. Рад. Жаль, маны нету. 10 маны. Да, относ сейчас, меня сейчас заотносит он просто. Я добью его. Не добью уже. Сколько маны? 18 мор, 52. О, Лина пришла. О. Форстав, слушай, помогает. Жаль, не добил. Но главное, мартретку добил. Там вообще изи. О, Элина сейчас смотри, на кого кликать будет. Или не будет. Очень интересно, будет она кликать или нет. Вижу инвокера. Не вижу преград. О! Только сказал! Слышал? Кликать на кого будет. Он долго меня искал, нашел и начал кликать. Слушай, я бегу, у меня есть дасты. Там к тебе ТП делают. Он здесь стоит, прямо где я. Ну, по-моему, там баратрум сейчас выбежит на тебя. Yeah. Уходи. Уходи, дверь закрой. Я дверь закрыл. Уходи, дверь закрой. Все, дасты покупают. Хочу, чтобы он что-нибудь написал в чат. Инвокер? Да. Так это не проблема, сейчас сделаем. Сейчас, у меня почти есть аганим, у меня полторашка до аганима. Это пару файтов. Удачных. Я орбу продам. Пора орбу продать. Куплю один мангус на всякий случай и поехали. Сейчас ТПшку на топ. Легу можно первым сейчас. Сколько там? О, да, вард еще минуту будет жить. Примерно полторы минуты. Да хорошо. Че, гоу. Давай. Так, я иду. Иду. О, мартретки можно. Или мортал. Бегу. Пойдет. Форсану прямо от этого. От Юла. Форсуешь? И туда же. Башка убивает. Братан! Ладно, меня убьют? Ну ладно. Меня тоже сейчас убьют, походу. Я много МБМом раздал. О боже. Сейчас, подожди, у нас Леорик нафармится. 20-я минута, он с леса не выходил еще. Боже, ну дерьмо, надо, не, Антох, надо позиционку держать. Мы просто бежим, как увольни. Надо позиционку. Позиционку просто поддержать надо. У нас вон дурачок фармит, 20-я минута. 20-я минута. Минута с леса не выходит. Фиас! Пишет, фиас! Фиас! О боже. Как я люблю таких леориков. 20 минут фармит в лесу. 0 импакта. А, у него 0-2-3. Был импакт. Фидерский, правда. Так, ладно, я возьму варды. Мангус. Блин, у меня такие айтемы, которые мне, блин, нужны прям. У нас просто никто не завардит, если я не поставлю. Пойду дефолт и проставлю. Одну руну внизу, наверное, заваржу.
И надо лес им завардить, потому что в лес будем ходить. Блин, вообще пофармить бы мне полторашка нужна. 20-я минута уже, если был бы уже гоним, а он был бы. 5 минут фармим, пишет Микролайт. Это тогда уже Леорик 25 минут будет АФК. Братан, так неправильно. Так, Юмирчик. Юмирчик. Блин, я не знаю, идти провардить надо, придется рискнуть. У меня пока форс на КД. Я вот сюда один вард поставлю. Твой на меня. Не надо, Антоха. Я сейчас варды поставлю, подожди, и пойдем. Хорошо. Пойду топ подфармлю. Нагоним. По АФКшке пока. А, Леорик вышел подраться? Да. Ну я не пойду. У меня строго план сейчас подфармить эту линию. Ну, можете по нём. Пацани. Чё, тебя цепанули? Лина, ну чё ж ты стоишь-то? Они крипов там бьют с мартредкой, слышишь? Не переживай, у них всё схвачено. Подождите, я пофармлю, пацаны. Сказали же фармить 5 минут. Хочу смеяться в 5 минут, да. Хочу пофармить 5 минут. Killing spree. Во-во-во, кликать начинаем. Начинаем кликать, работаем. Начинаем кликать. Let me face the peril. Во второй доте тускар классный. Оджи, у него и эффекты прикольные с боевого панча. Нет род, нет род. Ты мраз, ты мраз. Пусть жопа горит у меня. Нет род и нет род. Нет род. Он и так у него столько там вон фарма. Я сечу сзади. Да мне надо дофармить 400 голды осталось. Мраз. Чисто мраз. О, я кэм заблочил, я красавчик. Он будет пытаться у меня сейчас ласхитить. Это правило айкапа. Если тебя оскорбили, ты должен пойти и пытаться ласхитить все, что движется. А вот этого загулявшего. А можно вообще. По-моему, нужно. Можно. Он в стеночке немножко постоит. У него дагер, смотри, улетит. Да. О, он бегает там под БМом. Слышишь, надо отойти. Он умрет? Хорош. Готов. Антоха. Ты был мне как брат. Но ты погиб как дурак. Да. Дуэльку кидай. А, так он мне дуэльку кинул. Подожди, или не мне он кинул? А у Леорика... Понял, Леорик ничего не мог нажимать. Может, он просто ничего не нажимал. Подожди. Да. А так я пытался отойти, я не смог. Уже под конец. Да, на тебе была дуэль. На мне? Да. А у Леорика просто кнопки... Первая кнопка закрыта была. Или в касте она была в это время. Воу. Я не обратил внимания. Я тоже. Что-то как-то такое. Слушай, ну почти есть и гоним. Ну вот я поэтому говорил, нужен алхимик третьим персонажем, чтобы с 15-10 минуты можно было это спокойно юзать. Понимаешь? То есть на 24 минута уже до сих пор гонима нету, это очень долго. Да, Александра можно было бы взять. Да, Александр не будет на алхимике бегать. Так, ну, что у нас получается? 200 голды и есть гоним. Я... Блин, этот мангусик продам. Даст и продам. Кларити продам. Чью-то кларити лежит. И хватит. Изи-бризи. Все, хватает. Прикольно. Попродавал все, что можно. Сейчас тупо буду закатываться и пинать. Просто тупо. Тупо. Некор что-то озабоченный, какой-то дурачок. Чё там, файт? Леорику лицо ломают? Я далеко, Антох. У него два реса. Два реса, я очень далеко. Он, блин, канулся. Какой подерёмся? Я в наглую залечу сейчас на инвокера. Просто подерёмся. Я тебя сейчас закачу. Только залагал.
чел. Там еще одна жизнь должна быть у Леорика. Да, да, да. Но его очень быстро слили. Очень быстро слили. Отреконнектился. Бара. Опа, опа, опа. Я у тебя фраг забрал. Сориан. Ну, вроде неплохо оттосал, пацана. Неплохо. Красивый файт. БФФ. Николайт сидит, выпендривается. Сцбильни у пацанби. Есть раптура? Есть, вижу. Огру пофиг, он блинкуется, понял, под эту, под руптурой. Вообще пофиг он. То, что будешь делать. Пофиг тавору, да? Так и не переагрился. Лего. Сейчас первым задует. Блин, он меня сейчас может убить. БМом. Смотри, он на флоу все равно. Ой, я тебя забрал. Ты, конечно, извини, Антоха, но, по-моему, нам тут оба ГГ. Ты себя форсанул, понял? И я тебя забираю. То есть эффект есть, что ты форсанулся, но я тебя забрал. Да. Жесть. Слушай, ну я лотар буду собирать некстом. Какого у тебя какой левел сейчас? 16, да? О, есть. Это руптура ласт левела была, да? По-моему, нет. Только сейчас апнул. Смотри, что будем сейчас делать. Помнишь же, да? Blood Rage туда, Blood Rage сюда. Во. Только давай, наверное, на врага Blood Rage будем закидывать. Ну, я буду кидать и на себя перед этим стараться. Ага, и на него. Да, это будет пушка. Это будет пушка. Мартретка БКБ делает. Ох, же некролайты эти. Блин, некролайт, какой противный герой на самом деле в этой доте. О, ты не видел, какой он во второй. Даже новая способность есть. Ну, типа в астрал заходит. Это я помню. Это я помню. В астрал забежал. Magic damage всем раздаешь. Увеличенный. Да, вот теперь у меня третья руптура. Чипоньк. Так, я хочу завардиться. Варды куда-то делись. У них как забомбить некролайта жопу? Просто за стиль крипов. Я тоже хотел это сделать. Влетки! Антоха, я поблочу, она хочет забрать их. Чекай. Чё, вон, смотри, кусок стоит. Опа. Опа. А, я хотел, блин, засейвить его. Да я не могу, не нажимается сноубол под этим бластом конченым. Боже, я хотел засейвить пацана. Понял, я пытаюсь накатиться. И, короче, а уже поздно, Бара просто сделал все, что нужно было. А чё ты там уперся? Хотел в спот невидимый зайти, чтобы меня не было видно. Там его не было. Ой, жестко. Так, подожди, я знаешь, что хочу сделать? Во-первых, вот так вот. Вот так вот хочу сделать. Прям очень хорошо. Мут 40 дней, братан. Надо напугать. 40 дней мута, братан. Так, ладно, слушай, ну мы начинаем подсасывать тупо, потому что... Там, блин, там легион этот конченый. Ненавижу легиона. У них жирные еще такие герои.
Ну, мы типа вначале пошли драться, когда мы еще не были сильными. Они, оказывается, собираются в пятером. Дают нам вот. Ну конечно, они в пятером играют, да. У нас как-то Леорик 40 минут фармит. Ладно, мы тут выиграем в любом случае. Если забросим комбу и начнем просто нормально играть, мы выиграем. Но что-то как-то такое. Там легион просто. Сколько там дэмэджа в леге? Че, сейчас реализуем. Подожди меня, я сейчас резнусь. Да я-то тут, у меня все нормой, бро. Лечу. Моя мид. Уф. На инвокера кинул. Давай. А, у меня нету дастов, прикидываешь? Тоже. Боже. Вот где-то, где я. Нету дастов. Он стоит, скорее всего. Все, пошел на мид, да? Блин, как же это зашкварно. У меня просто денег не было, я так варды беру. Не, ну деньги были. По-моему, или не было. Не знаю, не уследил. Тпхнулся с вардами, потому что... Вот он, вон, вот он, вон, вот он, вон, вот он. Он куру убил. Да, я вижу. Тварбина. Придется вард у нас дефский ставить. Чтоб, может, увидим. Да поставь. Нету. Вот мудак, а. Ну такое. Сейчас просто уже игра переросла, понял, в этот уже. То есть сейчас уже как бы такие изи фрашки не поделать, как бы мы могли это делать. Потому что сейчас они там бара прибежит, уже начинается вот эта дрочь. Блин, без курьера плохо будет. Слушай, я глиммер, наверное, сделаю. Глиммер, хорошая вещь. Что делаем? Не знаю, может найдем кого-нибудь в лесу. В лесу, наверное, есть. Ну, блин, курьера нету, жалко, дастов нет. Нет, на них не вариант. Да, на них нет, там леги, мариты. Может, они неосторожно по одному зайдут на ХГ? В лес, наверное, кто-нибудь сюда сейчас шмыганет. Не. Там легион просто с лотаром, тут в этом проблема. О, на мид. Вот туда Огр идет. Я на инвокера кину. Давай. Сейчас. Нет, на бару. На бару. Кинул обе штуки на него. Давай. Тосую. А, не тосую, ему просто крита. Оттолкну ее. Живешь? Да. Живи. У меня еще дизарм есть. Хорошо. Даю дизарм легиону. Давай. У меня маны нету. Бласт. Ой, бласт. Он умер. Хорошо. В спине кто-то. Марита. Марита. Блин, у меня ману все инвокер сжег. Просто нет маны. Не тоснул никого. Печально. 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 Это печально. О, я бы тут 4 кнопки нажал. А, не, не нажал. Блин, у меня такая дилемма. Лотар все же или глиммер? Инвокер побежал, смотри, под руптурой. Ну, у меня нету. Чего? Сдох. О, боже. Гоу, я все же глиммер возьму. Все, я иду к вам. Команда. Знаешь, когда у тебя дилемма, просто бери догон, не ошибешься. Да, понятное дело. Дилемма дилеммой, догон догоном. Никерлайт, который хотел стилить. О, там смотри, Огрик бежит. Этот некор был из тех, кто просто любил стилить. Хотел стил. Ты должен быть что-то... О, тебе ГГ, да? А, БМ! У тебя БМ был, Найс.
Сам себя убил. Красавчик, что там, Раптура есть, да? Раптор. Раптор есть у тебя, да? Он кто есть там? Марита. Наверное, я Мариту могу оттолкнуть в этом, в БКБшке. Вот я на нее постараюсь кинуть. Марита. Марита. Вон она. Кидаешь? Кидаю. Я откидываю ее так. Дай пройти. Улетела. Красиво. Гоу, барочку. Хорошо. Оу. Все, я все бинды понажимал. Как надо. Не. Что, умнич, что ли? Аж ти инвакери. Печально. Ну вот хоть что-то, да? Только ты в таверне. Могло быть намного лучше. Я в целом про игру. Конечно, безусловно. Безусловно. Марита. Тут видишь, как бы все зависит от камбуцков. Челики камбуцкнули. Начали нормально плавать. Get down, Спарки. Какие-то. Break it down, break it down. Get down, get the fuck down. Так, ну что, готовы стилить? Ты что, думаешь, я тебе оставлю что-то? Ты что, Лина? Искусство фарминга, да? Так, у меня еще есть что у меня? Гоу, я гем куплю. Это первый момент. Второй момент. Что нам необходимо? ТПшечка. По-любому. Че, я иду за тобой, my friend. My friend, I'm coming. Coming out. Coming shooting. Где там юный мой боец? Какой голды дофармишь? Лишние голды? 200 голды. Зачем? Kill one by one. Kill любого. О, мид без обид. На бару, на бару. Кидай на бару, на бару. Эх, сейчас бы вижена, да? Сейчас бы вижена. Если на тебя нападут, я накину дуэльку. Ой, дуэльку, глимера. На бару, на бару. Накинул на него. Тоже. Че, форсаю? И кину сейчас его. Пну. Неа. И тебя разнесли пока, да? А, ты еще живой? Да. Я кручусь. Крутится волчок. Ну, слушай, я мансю просто тут. Мансю. Эй, не надо меня убивать. Иншокер вон там. Хорошо. Морту еще раз убьем. Да? Отлично. Есть что-нибудь там? Он варник. Хорошо. Ну такое, знаешь, чисто. Избиение. Избиение. Трайберг. The Трюберг. The Бургер. Поехали. Есть Роаптуария? Да. О, Роаптуария. Может, под колодец не постесняемся? О, вообще. Кинул. Кинул? Что-то как-то страшно. Да. Я могу закатиться, чисто пнуть его. И да, я закачусь. Пнуть его на тебя. Сейчас развернется, я его форсану. Юлица. Лицом не хочет поворачиваться. Ну такой бред, честно тебе скажу. Гоу еще раз. Я уже в предвкушении какого-то прикольного контента. Так, ну что? Люблю против Найкс и против Спирит Брейкера, когда есть структура. Почему? Что Найкс ему... Когда рейдж врубает. Ну в рейдже да, то что в рейдже это работает, это понятно. И, а я, если честно, не очень. Найкс вообще, если не двигается, он в замесе почти ничего не делает.
А если двигается, то умирает. Уэп, уэп, уэп. Так, смотри. Мне, может, тупо рашить аганим? Но за свои деньги, помнишь, мы же уже выясняли, что форста все равно сильнее. Так. Тогда давай дефолтно. Фазы и форс. Далее аганим, правильно? Давай. For my people. I'm not afraid. At your call. Вивер мид идет. Па-па-па-ра-па. Ну чё, мы если что уже в эфире. В эфире поле чудес. Гоу, спускаемся. Полиазес. Полиазоиды, мелиазоиды. И чё? Ты меня убить собрался? Ой, мне ещё ударить бы его. Всё. Выхукал называется. Мезозоиды, полиазоиды, мезозоиды. Палеозоиды. Палеозоиды, мелиозоиды. Мелиозоиды. Эх, успею добежать до крипа, добить его. Не успел. Так, ну чё, линию нельзя пушить, да, говорят? Говорят, да, что в доте так... Ну, на РДТБ так делают. Давай так же будем делать. Тут проблема, когда дэмэдж начинает делиться между крипами. Нужно тут именно четко рассчитываться. Ты что там добить хочешь? Я тебе добью сейчас. Все, два деда есть, можно поесть. Great Vengeance. Сикер как саппорт, шаман, знаешь, такой там с способностями саппорта, там Bloodlust там. Ой, Blood Rage. Ой, Bloodlust. Bloodlust, да, Bloodlust. Что еще, какой-нибудь баф на атак спид, там еще какой-нибудь. Воскрешение. Воскрешение. В классическом Warcraft. Нормально тут добью. Уж где-то слева стоит. Да. Да если даже выхукает, там ничего не получится. Он сам себе могилу выкопает. Я закрою его. Толкнул. Толкнул, да? Это ж Баратрум. Все, Антох, хорош. Не надо. Я тебе бабчик даю. Отлично. Пушечно просто. Найс, фулл хп. Не юзай хилку. Слушай, давай я тебе хилку отдам. А, у тебя есть. Сейчас. Его даем на развороте. Давай. У него, у Пуджа нету левела. Фит контора. Просто какая-то. У меня даже ману не сбили. Чё, пофармишь? У меня фазы есть. Хорошо. Пофармирую, я отойду. Только сильно смотри, не это. Если что, кричи. А чё кол? Найс, стенку сделал. Убил бы чела. Энвокер был увлечен файтингом. Мой косяк. Ну, а,
я понял. Это смешно выглядит, но... Зайди в инвиз. Зайди в инвиз. Зайди в инвиз, дурачок, за тобой Бара бежит. Так, Антох, что там у тебя? Как лайф? Отлично. Shall be done, да? Отлично. Хорошо. For my people. Я тебе, короче, экспу оставляю. У меня на миде, я пока стою тут. Так что экспись. Я сейчас тоже уже будет шестой левель. Нам нужны варды. Не нужны нам варды, забей. Монета. Отлично. О, тебя там гангуют? А ты там в деревьях их в трех соснах путаешь, да? Классика жанра. Запутать enemy в трех соснах. У меня хейст тут. Тебе ману нужна? У меня фул, но можно сейчас на баратрума навязать. Ах ты свинота. Кто там, Найкс? Тоха, нету кнопок. Че смогу, то сделаю. Нафига, не умирай, ты живешь. Не, я и не собирался. А, инвокер. Инвокер сзади. Блин. Ну, душит что-то такое, пацан тут. Ты подох, да? Нокер убил, да. А мне тут ГГ тоже, походу. Ах, урна. У меня второй в КД был. Слышь, Кеннеди, а я вот сейчас умер, знаешь почему? Потому что инвокер, смотри, вот куда я кликаю, вот стояла здесь, не заходя еще в эти деревья, он дал мне тычку, когда я вот зашел уже до конца вот сюда. Чарш, возможно, был на тебе. А, точно. Чарш, и потом Бара, как ты умер, подожди, или ты живой был до того, как момента Бара... Не, Бара под конец уже на меня прибежал, он бежал на тебя, Бара, и Чарш потом просто поменял таргет. Я думаю, почему он вообще тычку мне дал, я был уверен, что я не умру. Да-да-да-да-да. Это норма, бро. Расслабься. О, там Руптура поехала первая, да? У меня почти форсик есть. Давай, Бара. Может, ты убежать захочешь? Что, седьмой? Хорошо. Хорошо. Так, мне осталось 400 золотишко. Триста золотишко и гоу. Да-да-да, я почувствовал, что его аура спалила. Ребят, вот поэтому я всегда отключаю базилку, аквилу. Всегда нужно отключать. Я увидел, что ката засветилась и просто начал отходить. И это, так сказать, спасло мне очень большое количество хитпоинтов. Ребят, не забывайте отключать аквилу. Если вы не пушите. Держите в курсе. Так, Антох, ты где, на топе, да? Файтишься? Сейчас я приду. У меня форса есть уже. Сосат! Обходят, да? LG обходят, обходят, сон! Я наизусть эту фразу все знаю. Лок холл! Лок, БКБшечка же, лок, БКБшечка! Эпичная фраза. Тот заорал Black Hole! Комментарий, который мы заслужили, да? Так, но у меня есть форсик. Ой,
Не туда форсану. Рубик. Лост БКБ-ха. Так, лост БКБ-ха, ты на топе, да? Смещаюсь. Или ты смещайся, давай искать кого-нибудь. Найкс в лесу, или вон пуч там, чё, кого-нибудь. Гоу, искать. Нужно пользоваться. У тебя скоро форсик, да? Гоу, я сейчас подойду поближе к тебе, чтобы если что накатиться. Закинем. А что если по сейчас пуч подхукал? Найс, го, разобьем сейчас всех, Антох, не парься. Живи, живи. Хорош. Опа, иди сюда, мой сладкий Булкин. Ой-ой-ой, ты что хочешь сделать? Подойдешь? И ты это по механике герой обратно начинает разворачиваться и идти. Всегда это бесило. Так, ну что? Мне тоже мана нужна, я сейчас на базу. Ну, не на базу, надо закупиться. Хорошо. Как руптура будет потом? У тебя форс вроде сюда уже скоро. Да, но я не могу принести. Сколько у тебя там? Сейчас прилетит, но он только с базы летит. Хорошо, ну ждем тогда. Пойди на крипах в лесу отхилься, гоу. Вот здесь. Там Рики пришел. Найс. Фул, фул есть? Где посмотреть фул, да? Монетка. Так, есть форса. Че, гоу? Гоу в лес вдвоем. Просто закидываешь кого-нибудь. Побегаем, помансуем. Так, у тебя есть рейдж. Рики тут, по-моему, нас палит. Если что, закрою, кто тут у нас пуч. Нет. Ну они, короче, шкерятся. Гоу, надо завардиться. Придется вот это сделать. Вот тут кто-то есть. Инвока. Форсуй. Форсану. На него кинул еще бак. Закрою пацанов. Ой-ой-ой. Антоха, убегай. Я на себя кайт возьму. А-а-а. Я понял. Понял, пацаны. Понял. Подожди, пуч. Подожди. О, как я закайтил-то все. О, Найкс такой не поймет, что делать в этой ситуации. Драться или убегать. Чпоньк. О, Рики задавил. Боже. Просто Рики Мару задавил сноуболом. Но это очень нам прекрасно. Хорошо. Задавил Рики сноуболом. Так. Вардики мне придут сегодня? Спасибо. Че там, раптуру кидаем? Какой левел у тебя? 9-й. Блин, тебе левел надо. На инвокера хейт-шоу можно устраивать. У меня полаганима есть. Вон она есть, цель на миде. Цель на миду, на миде. Опа, кого кидаем? На инвокера. Поехали. Мяу. Мяу. Иди сюда, Антох. Поехали. Это пушка, Вася. Это пушка. Есть вардик, гоу, я на топе поставлю. Мидлейн будешь? Ну, папай немного, я проваржу. Эй, ты куда? Бежит на тебя животнич. Живешь? Антох, я бегу, если что, форсану. Хорошо. О. Антох, ну... Постараюсь как могу закайтить что-нибудь, но тут, по-моему, никак.
В БМ дал, блин, я сейчас тупанул жестко. Ну, кто знал, что БМ нажмет? У меня был форс. Нужно было развернуться, попытаться сюда уехать. Но в той ситуации быстро не сообразишь. Че, паучки закусают ноги? 70 хп. Смотри, кусают Баратрума. По 10 хп. Мне нравится, что у них это геройская атака у пауков. Поэтому так жестко долбят. Так, ну вардик есть там. Вардик есть. У меня почти есть аганим. Надо просто сейчас жестко поднакатываться. Аганим. Поднафармить. И норм будет. Ты решил в меку выйти, да? Вторую? У нас Рубика мека. А, у нас еще есть, я не уверен. Да. Сейчас пофайтимся, я аганим куплю себе. Полторашка. 1400 до аганима. 1400 до аганима. Го по низу, может. Монетка. Монета, это хорошо. 1300 аганим. Они зачем-то за нами ходят. Ну я в принципе кликаю они. Че, есть топтура? Антох, я иду. Вот сюда. Так, БМчик пропустим. Рики. Так, отойду. Сигиль подниму. Есть форсантов. Я тоже есть, а он мне не упал. Вот так вот. Это такое появление. Вот этого пацана. Боже. Половина есть. Сентричок ты поставил, да? Да, я думал. У меня есть. 11. Да, хорошо. У меня тоже почти аганим. Сейчас тавр если добью, но и ЕС ходит добить хочет. Эх. 200 галды до аганима. Я отойду. Сейчас будем... Сейчас уже соло будем просто куда-нибудь идти. Но там, блин, проблема, видишь, Баратрум. Если мы на кого-то начинаем чаржиться, Баратрум сразу бежит. Вон, ЕСа хотят убить. А, не. Слушай, ну у меня есть кнопки. 200 голды там. Че, у тебя есть, по идее, раптура тоже, да? Хорошо. Бары, БМ, это вон инвокер. Найс. Хорошо. Есть кнопки у меня. Есть. Дополнительная кнопка есть. 16 минута, вот нормальный тайминг аганима, в принципе. Хорошо. Слушай, тут как-то надо соединить просто. Второй спелл ты ставишь, а мы, получается, из него выфорсовываем. Может, не будешь тогда ставить его? Ну да. Тем самым провоцируя бежать. Хотя и так ты в любом случае провоцируешь бежать, когда ставишь его. Че, у тебя есть там ульт? Почти, да? Почти. Гоу, на мид закатимся. Под бафом просто убивает крипов. Да, дэмэджа больше. Слушай, а как насчет того, чтобы купить на Рике что-нибудь? Например, вот это. Хорошо. Так, отлично. Поехало. Руптура есть, да? Хорошо. Бара выбежал. Бара выбежал, да. Отойдем немножко в стороночку. Слушай, ну придется форсоваться самим, чтобы выжить. Я на Найкса кидаю. А, я далеко. Я его пнул. Он сдох просто. Ой-ой-ой, не попадаю.
На мне колдснап. Хорошо. Эй, подожди. Боже. Ох уж этот пинок. Я угораю, когда с него добиваешь, потому что труп тупо летит. Нормально. Такой бред. Ой, чё там, жду тебя. Go together. Together. Найкс, конечно, очень жестко дэмэджа хапанул там. Полетел. А если бы я был жив, то в это время на мне был бы баф, он бы еще 25% сильнее баф. Да. Проблеми, проблеми. Ах, Тони. У меня сентрей много, сейчас будем делать вещи. Че, гоу, кого-нибудь? Да, он сейчас, по идее, на мидлейн кто-то выйдет. Слушай, а мне дагер надо. К этому билду. Ну, можешь кинуть, я его форсану к нам. Поехали. Боже, почти сдох. Но церемониться тут не будем. Боже, это пушка, да? Все равно. Видел, сколько хп у него слетело. А у меня эффект пропал. Он появился. Так, ну у меня пинок есть, но руптуры нету. Хорошо. Да, я сейчас даггер докуплю к этому билду. Это будет жестко. Фига, кнопки жмет. Закрою. Ух! Мы закрылись тут, Антох. Скажешь, когда руптура будет. Ух. Так, у меня есть даггер. Но он на базе. Рики увидишь, типа он выйдет сразу, кидай смело. Я думаю, ой-ой-ой-ой-ой. Засейвлю тебя. Отойдем. Опа, Арптура кинешь там кому-нибудь? На Рики кину. На Рики? Не вижу. Молния прилетела. Где я? Хорошо. Мне даггер нужен, он на базе. Хорошо, летит уже. Блин, столько, у меня столько кнопок активных сейчас. Просто варды все это расставить, это жесть. Просто очень много активных кнопок. Стик придется продать. Ну, а куры юзают. Я ж только направил. Блин, что-то как-то на тебя бегут, да? Блин, юл, походу, как-то что ли надо. Или позиционку держать. Видишь, они начинают первые. Сейчас у меня даггер, Антох, будет. Уже есть даггер, сейчас полегче будет. В любом случае. Да нет, мне главное, да, реально, просто со стороны давайте там все. Так, ну что. Так, сек, я свернусь. Чуть-чуть, ну-ка. Вот, вот так вот сделаю. Скажи что-нибудь. Алло. Алло, о, так забыл. Все, найс. Че, я готов. Я тупо прыгну, понял? Ударю, накачусь форсану. Вот так вот делаю. Я вон, смотри. Сейчас тут поставлю вард. В центре есть? Смотри. Ударю. Просто сдох. Алло. Привет, я перезвоню тебе сейчас, минут 15. Давай. Инвокер просто умер с раптуры и пинка. Да? Тоха. Да, это было достаточно. Он фуловый был. Божечки. Че там, раптура, да? Скоро будет уже. Есть, сейчас будет уже, не переживай. Также можно сделать. Это ты, получается, первый накинул, да, и... Да, и на инвокера тоже. Да, найс. Nice. Черный рубик. Черный рубик, никакого расизма. Это просто Blood Rage. Ой, Blood Rage. Rage просто.
Понял. О, иншокер. Ой, без маны сейчас останемся. Эх, не успел. Не вкачано. Есть ульта. Ну, можно на... Ну, только надо тебе на себя, на него, и я это... Да. Давай пробуем, типа. Давай на Найкса кинул. Давай. Блин, а он уже умер. Я его все равно допнул туда. Ой-ой-ой, ЕСу помочь надо. Допни, пень, пенек. Кто там убивает кого? Антоха! Души, души, Антоха. Ща все будет, не ссы. Где Рикимару? Смотри, там, там тайный ассасин у нас рубит. Ну, отойдем, Антох. У меня все кнопки есть. Отстань от него. Отойдешь? Уф, БМ. Боже, у него диффуз. У меня тут шансов нету, по-моему. Да. А, даггер уже был, видел, герой повернулся лицом, но не отблинковался. Короче, гемберу на этого петушару. Только что пацан ни хрена не делал, да? Да, диффуз купил. Да, купил диффуз, сразу пошло дело. Такой вот персонаж Рикимар, да. Ну, ничего страшного. Сейчас гем есть, вместо вардов. Пойдет дело. Шалопень. У Вивера прикольная тема. Володя, там Сакрат, Персеверанс. Фазы. Фазы на Вивере, конечно, это что-то новенькое. Так, ты решил вопсы, да? Взять. Вопсы выйти. Хорошо. Интересно, Вивер, наверное, думает, что у него третий спелл это орба, поэтому собрал Володю. Антох, я на базе вард выложу. ТП-шку беру. Взял. Хорошо. Отлично, я готов. Килл любого. Вот. Кто там? Рикимару? Да, Рики. О, гоу, закидываешь? Кинул. Кидай ему. Иду, иду, иду. Красиво. Да, и сдох. Найс. Вот тебе твой ультракилл, да? Хорошо. Найкс там, смотри, в загоне животничь. Да. Так, спасу всех, пацаны. Всех собрал в кучу. Полетели. Иди сюда, на инвокере на своё, куда ты там прячешься? Дайте кого-нибудь пну. Блин, форс был, все было. Не дали никого пнуть. Какой четкий замес вышел. Ага. Я не пойду пушить. Хочу еще немножко момент. Прикольно. Ты пушить пошел с ним? Да, я вард поставлю, выйду. Давай. Хорошо. Все. Пацан потерял веру. Так, ну чё? Еще один фражочек такой из бз. Гоу, тогда запушим. Он на миду кто-то вышел. Я просто отблинкую и сдам кнопку. Хорошо. Чё, попробуем нихе? Блин, Найкс, типа, проблема, он рейдж накинет на себя и, да. Типа, вон, вокер. Но у меня хотя бы рейдж все равно работает на мне. Пушка. Такой кровавый полет, он летит, как будто у него месячные. Ох уж ты инвокер. А, наверное, еще раз успеем закинуть, да? У меня гем. Точно. Опа.
Биротан, не души. Хорошо, хорошо. Да я выкачу сейчас тут стучки. Нихи. Нихи убиваем. Нихи убили. Хорошо. О, барочка. А что ты хочешь от меня? Напни, да? О, слышу Рики. Да. На любого там Роптуру, да, на любого. На инвокера можно, как обычно, как мы договаривались. Теперь она третья, Аркадий. А? Теперь она третьего уровня. Третьего? Жесть. Кинул на него прикол. Но это стоило мне лайфа. Его просто с Раптуры убило. При этом сейчас он на нем не было дебафа, только на мне. Да. Это пушка. Да, быстро кдешится, Сержа. Го, отойдем чуть-чуть. Надо Октарин купить. Бери. Блин, вот такую лейтгеймовскую, да, игру бы по фану. Было бы классно. Было бы пушечно. Так, ну чё? Почти есть, да? Да у меня есть, только, блин, разобрать надо арканы. Ну ладно. Не, я не про это. А тут парни уже сами заканчивают. Эй, инвокер, не надо. Кинул ему Раптуру. Да? Я еще хотел пнуть его. Пуш знает, что делать. Ай, боже. Ржачная тема. Че, еще разок, может, там что получится? А, уже трон падает, да? Пусть, ну может, дефнет кто-нибудь. Еще разок кинем. А 30 секунд еще надо будет дефить. Я не успеваю форсы пользоваться вообще. А, он пуш пошел дефить. Называется «Ходи за Антонием». Игра «Ходить за Антонием». Октарино, да? Инвокер резнулся. 900 хп. Накидывай себе рагу. Что, прямо из-под колодца? Я попробую этот купить сейчас, Ghost. Есть Ghost. Два бафа на нем. Я просто выпнул его оттуда. О-о-о! Я кончибити. Хорошо. Ну что, еще напну еще разочек. Не успел. Ну, найс, эта игра более чем прикольная, да? Как тебе? Инвокер доставил нам контент. Я не знаю, но на самом деле, мне кажется, могло быть и лучше, да? Да, могло. Могло быть. Если бы игра не шла так в одни ворота. Да, могло быть и лучше, но, тем не менее, игры все равно прикольные вроде. Да.